بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья и сестры, я в первую очередь извиняюсь за мой голос, немного приболел, и наверняка вы будете слышать, также соседи затеяли ремонт. Итак, что я хотел бы сказать. Братья отправили мне лекции некоего Ильяса Умарова, который говорит о шиитах. Это то, что они говорят, что после смерти пророка, алейхиссалям, халифа должен был быть имам Али. «Ва Абу Бакр, ва Умар, ва Усман ахазу л-хилафата бигойри хаккин». И они сказали, что Абу Бакр, Умар и Усман, они взяли хилафа не по праву, что якобы они были несправедливы и были угнетатели. فخوانوا بذلك كل المسلمين في ذلك الوقت. Получается, так как их избрали все мусульмане в то время, и никто не выступал против них, получается, они этим самым обвиняют в вероломстве всех мусульман, которые были в то время. Как будто они все были вероломными, все поступили неправильно. Последовали не за теми, за кем нужно было последовать. А также получается, что они тем самым обвиняют и имама Али тоже, что он струсил, хоть они утверждают, что они его любят. Почему? Каким образом они обвиняют его в трусости? И в этой своей лекции он высказывает неправильную, недостоверную, ложную информацию о шиитах, анализирует убеждения и взгляды шиизма и в связи с этим совершает огромное множество, огромное количество недопустимых ошибок. Недопустимых, в первую очередь, для ученого, для знающего человека, коим представляется Ильяс Умаров, коим является Ильяс Умаров. И в связи с этим я предлагаю Ильясу Умарову устроить встречу, встретиться и в этой встрече обсудить эти вопросы. И я уверяю, что я могу предоставить доводы и доказательства ложности анализа и слов Ильяса Умарова из тех источников, которые принимает сам Ильяс Умаров. И при этом достоверных, надежных источников. Поэтому я укажу на видео адрес электронной почты, по которому Ильяс Умаров может обратиться, и мы с позволения Бога обсудим условия, место и время нашей встречи, если, конечно, он все-таки согласится на это. Я, конечно, обратите внимание, братья, я, конечно, мог бы записать отдельное видео, в котором опроверг бы слова и анализ Ильяса Умарова, но я предпочитаю в подобных случаях в первую очередь предложить диалог, предложить встречу. Для чего? Для того, что, возможно, то, что я считаю истиной, то, что я считаю правдой, может быть опровергнуто Ильясом Умаровым, правильно? То есть я, имея определенные доводы и доказательства ложности слов и анализа Ильяса Умарова, могу упустить, как любой человек, могу упустить из виду другие доводы и доказательства, которыми, возможно, Ильяс Умаров владеет, и которые не были им предоставлены. Поэтому, конечно же, вполне логичным и более правильным и более честным в подобной ситуации является предложение диалога и дискуссии, открытого диалога, в котором мы могли бы обсудить эти вопросы. Я представил бы свои доводы и доказательства и дал бы возможность Ильясу Умарову защититься и защитить свой анализ, свою точку зрения, предоставив свои доводы и доказательства. Это более честно. Поэтому я буду ждать этого письма по адресу, который будет указан на этом видео.
И с позволения Бога мы, если Ильяс Умаров решится и согласится на эту встречу, обсудим условия, время и место. И с позволения Бога проведем эту открытую дискуссию. И также я натолкнулся на лекции некоего Абу Али Аль-Ашари, который занимается практически, на этой лекции занимался практически тем же, чем и занимался Ильяс Умаров. Поэтому я к нему, обратите внимание, я это тоже хочу подчеркнуть, мое обращение носит исключительно уважительный характер. Я не стремлюсь к тому, чтобы... Я как Ильяс Умаров, так и Абу Али лично не знаю, с их деятельностью, к сожалению, мало знаком. Поэтому на данный момент у меня к ним ничего, кроме уважения, нет. И мое предложение о дискуссии, или же мое предложение о диалоге и встрече носит исключительно исследовательский характер. То есть это предложение одного исследователя, который имеет определенные доводы и доказательства, имеет определенные результаты своей исследовательской деятельности, с которыми он хочет ознакомить другого исследователя, другого искателя истины, который, по его мнению, не достиг этих исследований, не достиг таких результатов и достиг ложных результатов в своих исследованиях, в своих поисках. Поэтому к этому нужно относиться исключительно с этой точки зрения. Я не пытаюсь развязать вражду, ненависть и так далее, там подобное, проявить неуважение и так далее, или еще что-то подобное. Ничего подобного. Ничего такого. Наоборот, это исключительно уважительное предложение. Предложение направлено исключительно на то, чтобы истина проявилась в результате адекватного, объективного, научного поиска. Итак, по поводу Абу Али Аль-Ашари, он тоже высказывается по поводу шиитов и высказывает ложь. Это как бы обязательное следствие из признания шиизма законным или действительным, или то, что они являются правыми. Это признание того, что вся история ислама, начиная с Абу-Бакра до наших дней, это, в общем, неправильная история, это ложь. Это, соответственно, это то, что основано на лжи, и это не является на самом деле достижением ислама. Это достижение узурпаторов, это достижение заблудших, это достижение неверующих, потому что для шиитов сунниты не могут быть верующими, чтобы они не заявляли, но для них сунниты кафиры, потому что тот, кто не признает имамат, в их понимании, не вообще даже тот, кто не признает Али, Раделлану, самым достойным, нет, это вот недостаточно. Ты должен признавать Али с теми сифатами, которыми они признают. Это практически наделение его пророчеством. Мы, конечно, никого не признаем с такими сифатами, кроме пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Соответственно, это они являются кафирами в их понимании, мы, сунниты. Соответственно, получается, вот эти все достижения ума, о которых вот мы говорили в разных книгах, вот эта культура, это величие, эти города, которые были созданы мусульманами, библиотеки, эти войны, которые велись, это получается все, в общем, как бы пыль, потому что, оказывается, вот они, вот мусульмане, а это все, в общем, бакриты, как они нас называют, насибиты, мурджиты, это все не ислам как таковой, чистый ислам, с которым пришел пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. Это все испытания не с ним происходили. И вообще, конечно, шиизм, это вот если посмотреть на именно приводить какие-то аналогии, то это, конечно, вирус в организме. Суннитский мир – это организм, а они являются вирусом. И они живы благодаря тому, что живы сунниты. Наговаривает на шиитов, и я надеюсь, что не намеренно. Поэтому я также предлагаю Абу Али Аль-Ашари встретиться и обсудить эти вопросы. Вопросы имамата, так же, как и в случае с Ильясом Умаровым, он затрагивает эти вопросы. Обсудить вопросы имамата и некоторые другие важные и значимые вопросы, которые он затрагивает относительно шиитов. И опять-таки здесь я также мог бы, конечно же, сделать опровержение, предоставить Абу Али свои доводы и доказательства, свои аргументы и результаты
своих исследований по данным вопросам, которые он затрагивает в своих речах. Но опять-таки, я повторюсь, здесь важным является предоставление возможностей своему оппоненту, обратной стороне, ответить тебе, дать тебе соответствующий ответ. Возможно, у него тоже есть эти доводы и доказательства, которые опровергнут твою точку зрения, твои результаты, твоих исследований, твои доводы, твои доказательства. Поэтому, на мой взгляд, открытая дискуссия, открытая встреча является оптимальным вариантом, и в особенности с учетом того, что ни Ильяс Умаров, ни Абу Али Аль-Ашари не являются салафитами и ваххабитами, не являются, то есть, последователями Ибн Таймии и Мухаммад ибн Абдул-Ваххаба, и, соответственно, уже это радует тем, что и вселяет надежду на то, что эти люди адекватные и объективные люди, потому что необъективность, неадекватность, истеричность и тому подобные качества присущи именно последователям Ибн Таймии и Мухаммад ибн Абдул-Ваххаба, тем людям, которых мы называем ваххабитами. А эти люди таковыми не являются, и тем более есть шанс, есть надежда на то, что наша встреча принесет только положительные плоды. Поэтому Абу Али Аль-Ашари также может обратиться к нам по тому же адресу, который мы укажем на этом видео. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.